добренько. Всем добренько. Вот эти три кольца там и так далее. Там видоискатель. Экранчик большой, там подключение микрофонов XLR, там куча настроек всяких. И, естественно, за это ты платишь. И вроде бы могут сказать, а нахрена ты за это платишь, если ты этим пользоваться не будешь. Но и с другой стороны, ты получаешь более высокое качество к самой камере. То есть, поскольку это про-сегмент, то есть там и охлаждение уже более продуманное матрицы. И оптика больше размером сама по себе, то есть сами линзы больше, объектив больше, лучше, чем в таком сегменте. Как бы в любом случае ты получаешь очень хорошую картинку на этой камере. Настроек больше, вариантов различных. То есть политика была такая. Мы делаем там God of War, Last of Us. Олег, привет. Я купил KRP-600. Не знаешь? Там сзади шлейф какой-то торчит. Я пытался его вправить, но не смог. Вызвал электрика знакомого, а он меня отмел в попенделяж, глина пошла и весь ТВ замазала. Так, охуенный донатик, вечер продолжается. Не, ну этот смешной донат, чё, повеселил парень, мне кажется, нормально, спасибо. Так, ну и вот. Хочется вот такая камера, ну и давайте ее просто покажу вам, в руках покручу, пока посмотрите. Значит, что она из себя представляет? Это некий Panasonic. Выглядит она вот так. То есть, здесь этот экранчик, он получается складной. Можно его вот так вот спрятать, можно достать. И выдвинуть. Вот здесь эти три кольца используются для там, получается, непосредственно собственно настройки резкости фокуса, если он в авто в ручном режиме, приближение, отдаление и так далее. Здесь фильтр, ND-фильтр сразу же встроенный в камеру и переключается. Куча вот здесь вот регулировок, настроек дополнительных. Пресеты различные выбираются отдельно кнопками. Видоискатель. Большой такой мощный аккумулятор, прям вот такой вот огромный. Он получается на 5800 ампер часов, миллиампер часов. Но сюда можно еще больше воткнуть. То есть я думаю, что вот она должна гораздо дольше писать, чем моя от одного аккума. Мне получается нужно будет взять еще дополнительный аккум. Я сейчас посмотрел, на Али он стоит 2000. Я закажу себе аккум, но за 2000 я возьму еще больше емкости. То есть там есть на 9000 миллиампер часов. Вот, по разъемам. Вот здесь, смотрите, полноценный HDMI идет. Полноценный уже HDMI. Не мини, не микро и так далее. Ну, тут USB 3.0 и еще выход. А здесь идет один XLR вход для микрофона и второй XLR вход для микрофона с фантомным питанием 48 вольт. Хоть могу MXL свой сюда подключить к этой камере. Выходы композитные, но это бесполезная, конечно, вещь, но они тут есть. Потом тут есть Cam Remote и какой-то там Zoom, не знаю, что это. Здесь питание 12 вольт и наушники для прослушивания мониторинга звука, что пишет камера. По здесь кнопка включения ее. Здесь качелька отдаления приближения. Здесь дублируется она, получается. И также дублируется кнопка включения записи. Только она под крышечкой защищена. Горячий башмак. Микрофон. Тут плюс регулировки какие-то. Ну, сам видоискатель, естественно, изменяется. Но я им вообще пользоваться не буду. Вот. Торки открываются вручную.
на этой камере, не как у вот этой, то есть здесь автоматически вентиляция, охлаждение матрицы. Вот, состояние у нее как у новой, то есть она, ну, вообще в эксплуатации как будто и не была особо. То есть вот, да, это видно вот по всяким, то есть то, что вот там продавец писал, что 18 часов съемки, это видно вот по аксессуарам, по вот этим всем. То есть она реально вот единственное, что копыльная. Ну вот, в остальном прям вот очень хорошее состояние. По сути, новой вещи. Вот такая вот камера. Самое интересное, что она написана, что произведена в Японии. Здесь стоит Made in Japan. Вот. Японская сборочка. Также к ней был в комплекте. В комплекте к ней был микрофон вот такой шел. Единственное, он шел с этим, с 3.5 джека. Чтобы подключить 3.5 джека, к ней надо переходник на XLR. А в комплекте продавец не дал переходник на XLR микрофон. То есть, получается, сейчас я не могу петличку свою к ней подключить, вот эту свою петличку. И плюс я не могу подключить вот этот микрофон тоже. Я буду заказывать переходник. Столи, естественно, заказывать не буду. Там дешевле всего. Там можно за 250 рублей. В магазине где-то 1000 стоит такой переходник. Но с AliExpress, я знаю, я полностью отказался сейчас от AliExpress практически. Потому что это месяц. А месяц ждать я не вижу смысла в этом. Вот, поэтому я на Али вообще практически уже ничего давным-давно не покупаю. Я последний раз месяца три назад заказал 3 переходника для SD-карт памяти для GameCube, так они и не приехали, поэтому нахер надо. В общем, это микрофон Rode SVM. Не знаю, что за микрофон, как бы особо не знаком. Ну, типа суперкардиоида, практически микрофон-пушка, но не совсем. Некий конденсаторный микрофон записывает более-менее какой-то объемный звук, но мне это особо не надо. Некий шок-маунт у него, вот эти вот резиночки. У него алюминиевый корпус. Вот. И получается, вот здесь он питается от кроны 9 вольт. Плюс у него есть отсечение, минус 10 дБ, включение-выключение. Ну, вот такой вот микрофон, по качеству не знаю, стоил он как бы новым, он стоит около 17 тысяч. На Авито его в целом продают где-то примерно там за 1006-5. Вот. Но так в целом вроде неплохой микрофон должен быть. Попробую на него писать. Если пойдет, то пойдет. Если не очень, то вообще я хочу какую-нибудь микрофон-пушку. Лучше всего от самой Panasonic. Она выпускала микрофон-пушку прям с XLR. То есть подключаешь к камере. У нее в комплекте есть такой держатель крепления для этих микрофонов-пушек круглых. Его подключаешь, и хороший звук, и не надо петлички никакой использовать. Это я от аккумулятора долго проработаю. Тут я не знаю сколько. Олег, ты на эту камеру будешь снимать гейхоум видео? Как ты дрочишь свою шишку? Куколды в чате в восторге будут. Так, вот. Что же за это самое? Да ж я запихал-то зарядник от нее вчера. Куда-то запихал. Ну куда именно? Не помню. Помню, что еще проверял, типа работает ли она от. А вот, по-моему, вот. А, вот, да, вот она, Panasonic. И даже он, смотрите, замотанный. То есть он. Вот эта заводская. Это не хомутик вот этот многоразовый, а именно вот. Который размотал, и он больше уже не замотается. То есть он из какой-то такой полиэтиленовой
жесткой пленки сделан. Ну, знаете, кто технику за бутылку по 90, а не как обычно. Олег, у тебя сперма на штанах что ли была? Это ты дрочил на босса? Или Светку Шейн? Ох, ах. Так. Ну все, давайте сейчас переключу, все настрою и покажу вам качество. Ну вот, например, раз. То есть вот фокус на баночке ловит. Вон, посмотрите, четкость. Естественно, задний фон сейчас размыт. То есть вот это в фокусе, задний размыт. Раз, убираю, все, она тут же на мне мгновенно фокус ловит. Раз, тут же на мне. Видите, моментальный фокус, считай. Фокус моментальный, и качество, по-моему, очень достойное. То есть намного лучше, чем было. Так что, естественно, хорош фокус. Вот то, что было. Но это, я говорю, это пересвеченное, потому что эта камера настроена под... Эта камера настроена исключительно под стримы игровые, и, ну или не только игровые, но именно просто под комнатное освещение, то есть ей не нужен вообще. Я не делаю больше ничего. Я ни с кем не спорю, я не влезаю в какие-то интриги. Олежа, привет. Не слушай никого. Картинка сильно лучше стала. Передай привет работягам с Пермского порохового завода. Спасибо, Паша Техман. Работягам с Пермского завода привет от Олега Кермана. Привет, ребята. Приятного просмотра тебе, Паш. Спасибо. Вот. Excuse me, sir. Эй, бог не дунь. Эй, не гому. Эй, бог не дунь.